Ты в новой стране. Возле себя трасса Формулы-1. Там куча команд из разных стран. Это все же мотивация. То есть увидеть уровень соревнований, что все это ни в коем случае не детский сад, что соревнования очень серьезные. Перестаешь бросаться на ветряные мельницы, а более здраво оцениваешь, зачем все это делается и как это должно делаться. Ты учишься ставить для себя цели, учишься планировать свою работу. Этап — это некоторая кульминация работы. И поэтому там все происходит, казалось бы, очень быстро, ну сколько, за дня 4. Но при этом это результат целой годовой работы. Вот. И у каждого была своя цель, и каждый с ней хорошо справлялся. Вот. То есть не было так, что разнобой все что или что-то такое. Буквально ты волнуешься, просто вдох-выдох, и волнение немного снимает. Снимает волнение идеально просто запустившийся двигатель. Когда двигатель запускает, все, волнение остается, все. У тебя просто, скажем так, угол зрения твой сужается, ты смотришь только вперед, все мысли отметаются, эмоции отметаются, ты просто продолжение машины, а волшебное продолжение тебя. И ты едешь к твоей цели. Это было вообще клево. Там все время играла музыка, очень хорошая музыка, и работалось там очень весело. Когда мы пришли на дизайн-презентацию и защищали то, что мы сделали за год, я понял, что такое Формула-1, для чего это все нужно. Что-то внутри щелкнуло, поменялось восприятие. Появилась страсть, короче. Всегда важно, чтобы была страсть к тому, что ты делаешь. Потому что страсть заставляет тебя делать вещи на уровне выше, чем ты, наверное, даже ожидаешь, чем ты можешь. Ты выкладываешься по полной, когда тебя ведет страсть. Для меня тогда этот момент был самым счастливым, наверное, в моей жизни.